Чувашские полицейские задержали группу заезжих гастролеров из Ростовской области, подозреваемых в совершении краж из дорогостоящих иномарок. Хищения были совершены в Чебоксарах 2 декабря. Уже спустя трое суток предполагаемые злоумышленники были задержаны. Оперативникам удалось установить весь маршрут передвижения молодых людей не только в республике, но и в других регионах. А также стало известно, что обратно они поедут через Чувашию. Здесь их поджидал полицейский спецназ. Такое завершение преступного турне стало полной неожиданностью для жителей Ростовской области. Молодых людей, им 26 и 28 лет, подозревают в совершении кражи с автомобилей Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder и Mercedes ML350. Все они были совершены после обеда до 7 вечера. Все они путем разбития заднего стекла. И предметом похищения являлись ручная кладь, то есть это сумки, барсетки, ну и планшетная техника. Для раскрытия этих преступлений в МВД республики была создана группа из сотрудников 6 подразделений, а также управление МВД России по городу Чебоксары. В ходе кропотливой работы полицейские выяснили, что злоумышленников было двое, и передвигались они на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В ходе обыска в их машине были обнаружены похищенные вещи. Изъяты денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений в ряде регионов России.